Всем привет, с вами Юрич. Демонтировал я свою систему всю полностью, так как менял крышу, менял шифер на железо. И вот сейчас, чтобы подзарядить свой аккумулятор 190 ампер, вот, чтобы зарядить вот этот аккумулятор, я выставляю вот две батарейки. Вот сейчас вот пасмурно, вот давайте посмотрим, что они выдают у меня. Вот холостой ход без нагрузки 21,4, будем грубо говорить. Вот у нас под нагрузкой, то есть идет заряд аккумулятора. Правая верхняя строчка — это напряжение, которое подается на аккумулятор. Нижняя правая — это мощность в ваттах. Вот левая верхняя строчка — у нас ток. Вот это что мы имеем в такую пасмурную погоду. Солнца нет вообще, как видим. Видим, да? Все. Ну и сейчас я дождусь, когда будет солнышко. Покажу вам, что при солнце выдает. Это не сильно жарко, градусов 10 утром было, но сейчас на солнце жарко, а сами батарейки, я не знаю, ну они, ну градусов 35 может быть, вот. Ну вот пока их только вытащил, 120 ватт видел, сейчас они вот поднагрелись, ну 110 все максимум.